Всем привет! Вы на канале Ford Mac. И сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим RYTP от канала Зверобокс «Властелин Дудец». Что-то я редко вижу пупы по «Властелину колец». Реально, по-моему, я лишь один посмотрел RYTP по «Властелину колец». И, по-моему, он был от рефлекса, и он был годный. Но надо исправить эту ситуацию, надо искать действительно годные пупы по этой офигенной франшизе. Давайте уж его заценим. Поехали! 3, 2, 1, погнали! Мир изменился. Я чувствую это в воде. Видно сюда. Чувствую в земле. Давно я этого Васька не видел. Ощущаю в воздухе. И всех, кто хоть чего-нибудь помнил, давным-давно уже замочили. Подушите мою жопу! Лорд Саурон Дудец? Властелин Дудец! Зверобокса. Охуенный музон. Пойдем. Куда ж без дружкова? Ёб твою мать. С чего начать? Фродо. Дверь. Дилом, блядь. Я лишь не... Давно эту хрень не слышал. Я по тебе скучал, Гэндальф. Ты знаешь, Бильбо, все кругу нам их поставил. Он это любит. Половину шира позвал. Честно говоря, I'm gay. Я тоже. Бильбо стал каким-то странным, то есть страннее, чем обычно. То есть странным. Странный. Он часто запирается в своем кабинете, часами думает о билете. Что? Но я знаю, что ты не знаешь. Ну, пока ты не появился, мы и Бэггинс были на хорошем счету. Абсолютно точно. Что ты поддакиваешь? Если ты намекаешь на приключения с Дэйв, то я почти ни при чем. Я всего лишь слегка всего лишь подтолкнул твоего дядю к двери. Shut the fuck up! А вдруг пришел старый добрый друг? Давай, заваливай. Чаю, гуляю. Минутка искрометного смеха. Только чаю, даже как чаю. Я не голодный. Могу пожарить. Офигенный бит. Только чаю, я чаю. Хорошо, а я поем. Мухоморы. Не хавай. Ну, меня нет дома. Горы, горы. А потом найти себе тихое местечко, чтобы кончить. Он очень любит тебя. Он пошел бы на стройку, если бы я позвал. Сердце Фродо слишком привязано к шишу. К лесам, полям, чушкам. Я хочу отдохнуть. Старый Тоби. О, чебурашка и косяк. Он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает. А он тебя целует. А, старый добрый блюстопицот. Нет, давай побольше. И снится нам не рокот космодрома. Сегодня мой 111-й день рождения. Половину из вас я знаю, в половину знаю меньше, чем хотел бы знать, а другую половину люблю в половину меньше, чем вы того стоите. Ты сам понял, что сказал? Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал. Экобар. Смешно. Я... У меня... Аня... Я... Был... Текстуса был... С грустью сообщаю вам, что ставлю точку. Я ухожу от вас за вас. Прощайте. Что это было? Похоже, ты считаешь эту выходку острововой. Бро, Гэндальф. В мире много волшебных колец Бильбо Бэггинс, и ни одно из них нельзя использовать легкомысленно. Легкомысленно. Это была просто шутка. Что, блядь? Просто шутка. Хотя, наверное, ты прав, как всегда. Да. Ты присмотришь за Фродо, да?
Одним глазом? Да. А может, и двумя. А может, и одним. Она в конверте там на камине. Нет. Фидера. А что она? В кармане. Колечко, колечко, кольцо. А, вот оно. Странно, правда? Не думаю. Хотя почему нет? Надо сохранить ничего. Время. Да. Что? Нет. И да. Не вижу повода злиться. Если я злюсь, в этом виноват ты. Ты охуел? Да не бомбит у меня! Иди нахуй, пидор, блядь! Какой ебу, сука! Бильбо Бэггинс! Бильбо Бэггинс! Я тебе не какой-нибудь лимон. Я не пытаюсь тебя грабить. Не пойми. Дочь. Покажи мне любовь! Ты прав, Гэндальф. Уже поздно. Путь не близкий. Пора. Воду! Я придумал конец для своей пупа. Его нет. Вальс. Не надо! Зальтки в темноте. Бильбо! Фу, блядь, говно наступил. Твою мать, и педомир тут. Вернуться. Забрал все вещи. Кольцо теперь твое. Спрячь его подальше. Куда ты? Нужно кое с чем разобраться. С чем? Вопросы. Я не пидорас. Я тоже. Шиш. Туда, туда. Повар Назгулы. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все расплавили. Все, понеслась. Кулинарная бахханалия. Ешь. Сам ешь. Надо сперва выпить побольше. Похоже на эльфийском. На кольце написано, кто прощал, тот во всем. Это единое кольцо, отлитое войдуным властелином Сасуром. Сасуром. Бильбо нашел его в пещере Голлума. Кольцо возбудилось. Кух уцелел. Его жизненная сила земли заключена в кольце. Кольцо и темный властелин. Хорошо. Плохо. А как же ты? Я буду ждать тебя. Жду. Там кольцо будет в безопасности. Я не знаю, Фродо. Я тебя не сгугл. У меня нет ответов. Ты должен пока забыть имя Бэггинс. За пределами Шира оно сосна. Сосна? Я просто член. Взгляните. Блин, крик мне всегда домой. Прошу вас, мистер Гэндальф, не наказывайте меня, а не меня. Не превращайте меня. Нет. Я придумал тебе применение получше. Ну куда же без зеленого слоника? Как пользоваться презервативом? О, жирафик! Котлетки? Куда бы ни лег, мне всегда вопьется в спину большущий грязный кох. Ебрить его в корень. Время приключений. Ты ведь за этим пришел, верно? Вне всяких сомнений. Кольцо власти не старости. Времени еще хватает. По-твоему, у нас есть время? Если действовать... Быстро, блядь! Ты знаешь, о чем я, Гэндальф. Под носом? Ты знаешь это? Откуда? Я видел это. Батон-призору. Неужели? Они пересекли реку по обличии морных всадников. Серьезно? Да, серьезно. Все, до свидания. Ты охуел? Нет! Ты не веришь, что хоббит может стоять с ним сосать? С Мордором бороться, даром-даром бороться бессмысленно. Скажи мне, когда Саруман мудрый променял мудрость на небо? Ай, больно ноге! Поебальнику тварь! Охуительно! Нянкет. Молись, падла. Концовка просто пизда.
Ну что ж, ребята, я не знаю, что здесь можно добавить. Серьезно, это просто охренительно сделанный пуп. Серьезно, шуточки офигенные. Финальный батл между Саруманом и Гэндальфом просто мега крутой. Серьезно, ребят, это просто мега шикарно. Так что Зверобог слави огромный респект и лайк. Это, по-моему, один из лучших пупов, что я смотрел за последнее время. Один из самых смешных. Ребят, это было просто мега шикарно. Серьезно, надо заценить что-нибудь еще от Зверобокса. Но на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео к следующим выпускам. Всем удачи и всем пока!